Гляньте на меня. Я погибаю. Негодяй в грязном колпаке. Повар в столовой нормального питания, служащий Центрального совета народного хозяйства. Обварил мне бок. Какая гадина. А еще пролетарий. Господи, как больно. Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вор с медной мордой. Боже, как есть хочется. Ударил пулемет, белая гвардия на голову разбита, а красную армию никто не разобьет. Белая гвардия на голову разбита, а красную армию никто не разобьет. Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь. Человечьи очистки самая низшая категория. Повар попадается разный. Например, покойный Влас Пречистенки. Сколько ему жизнь спас. Бывало, махнет Влас кости. А на ней сосмушку мяса. Шарик, замерз, бедняжка. Получает по девятому разряду 4,5 червонца. На службе с нее вышли. Тухлятины в столовой накормили. Ей на кинематограф не хватает. А кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Позаду сапогом. А кирпичом по ребрам получали? Все тело мое изломанное, битое.
Надругались над ним люди. Достаточно. Шарик называла она меня. Какой я к черту шарик? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый. Овсянку жрет, сын знатных родителей. А я? Даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо. Завтра я получу воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. Поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой. Да, этот тухлый солонины лопать не станет. Что он мог покупать в дрянном магазинишке? Колбасу. Господин, отдайте ее мне. В сущности, зачем вам особая краковская? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме... Такой отравы не получите, как в Мастельпроме. Руки вам лизать. Больше ничего не остается. Без ошейника. Вот и прекрасно. Тебя-то мне и надо. Пойдем за мной. Бабухов, сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок. Здравия желаю, Филипп Филиппович. Здравствуй, Федор. Писем не было? Никак нет. Ну что ж ты сидишь? Иди, не бойся. Нет. Тут швейцар. Опаснее дворника. Гаже котов. Ну иди, иди. Пожалуйста. Филипп Филиппович, а в третью квартиру жил товарищ и вселили. Ну? Так точно, целых 4 штуки. Боже мой, воображаю, что там делается в этой квартире. Ну и что же они? Да ничего. А Федор Павлович? За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить, Филипп Филиппович. Что делается? Ай-яй-яй-яй. Ну, иди за мной. Где ж вы такого взяли, Филипп Филиппович? Да чего ж паршивый? Ну, что ты говоришь, какой паршивый? Это не парша. О-о-о. Это ожог. Это какой же негодяй тебя обварил? Сейчас же его в смотровую, а мне халат. Ну, пойдем со мной. Пойдем. Сюда, сюда. Пойдем. Блин, не знаю. Филипп, Филипп. Вот. Доктор Барминталь. Эфир. Доктор Барменталь! Куда ж ты? Сына, держи его за шиворот, красавца! Опять электрический. Осторожно, доктор!
От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей. А? Ну, ты зачем бродяга доктора укусил, а? Зачем стекло разбил? Ну, ладно, опомнился и лежи, болван. Стало быть, это я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть. Как это вам, Филипп Филиппович, удалось подманить такого нервного пса? Лаской. Ласк? Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить. Краковской? Краковскую я лучше сама съем. Только попробуй, я тебе съем. Это трава для человеческого желудка. Взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Предупреждаю, ни я, ни доктор Берменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит. Ну, пришел в себя? Пойдем принимать больных. Прежний. Здравствуйте, профессор. Ба, да вас нельзя узнать, голубчик. Вы маг и чародей, профессор. Как сон? Мы одни, профессор. Это неописуемо. Пароль Донер, 25 лет, ничего подобного. Верите или нет? Каждую ночь обнаженные девушки стаями. Снимайте штаны. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать. Не сразу, дорогой мой, не сразу. Вы, однако, смотрите, не злоупотребляйте. Я не злоупотребляю. Я, дорогой профессор, только в виде опыта. Ну и каковы результаты? Оу! 25 лет, клянусь Богом, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на Рю-де-Лепе. Ну что ж, прелестно. Все в полном порядке. Я, признаться, не ожидал такого результата. А много крови, много песен для прелестных милых нам. Я ожидаю, что всех прелестней. Раз, два, три. Две недели можешь не показываться. Благодарю вас. Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты. Угу. Прошу вас. Здравствуйте, профессор. Сколько вам лет, сударыня? О, профессор. Если бы вы знали, профессор, клянусь, какая у меня драма. Лет, я вам говорю, сколько? Честное слово. Ну, 45. Сударыня, меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна. Я вам как одному, как светили науки. Сколько вам лет, сударыня? Это просто ужасно. 51. Снимайте штаны. Прошу. Это такая драма, профессор. Это так ужасно. Я просто не знаю, что мне делать. Помогите, профессор. Похабная квартирка. Ну, до чего хорошо. А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак. Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть. А может, я красивый? Видно, мое счастье.
А Саву эту мы разъясним. Одевайтесь. Клянусь, профессор, этот Моррис, это моя единственная страсть. Он карточный шулер. Его знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны. Как? Неужели, профессор, обезьяны? Да. А когда же операция? От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей. Понедельник. Ляжьте в клинику утром. Мой ассистент приготовит вас. Нет, я не хочу в клинику. А нельзя ли у вас, профессор? Нельзя, ведь я у себя делаю операции лишь в крайних случаях. Это слишком дорого стоит. 50 червонцев. Я согласна. Договорились. До свидания, профессор. Посторонние в доме есть? Нет. А где профессор? Там. Вы ко мне? Спокойно, товарищ. Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. В таком случае вы можете остаться в кепке. А вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор. Я вам не милостивый государь. Мы к вам, профессор. И вот по какому делу. Кто это мы? Мы новое домоуправление нашего дома. Я Швондер. Она Вяземская. Товарищ Пеструхин. И товарищ Жаровкин. Скажите, это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? Нас. Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением? Вы издеваетесь, профессор? Да какой там из... Да. Ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее. Мне пора обедать. Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее. Вопрос стоял... Об уплотнении. А вам известно, что постановлением от 12.04.24 я освобожден от какого-либо уплотнения? Известно. Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в 7 комнатах. Живу и работаю в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку. 8-ю? Вот здорово. Это неописуемо. Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно в порядке трудовой дисциплины отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве. Даже у Исидоры Дункан. А также и смотровой. Кстати, смотровой можно соединить с кабинетом. Вполне. Правильно, товарищ? И где же я должен принимать пищу? В спальне. Очень возможно, что Исидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Исидора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. А мне предоставьте возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди.
а не в передней и не в детской. Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, мы подадим жалобу в высшей инстанции. Одну минуточку, я вас прошу подождать. Петр Александрович, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется, равно как и все другие операции. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Сейчас ко мне вошли четверо. Среди них одна женщина, переодетая мужчиной, двое мужчин, вооруженных револьверами, и терроризировали меня. Позвольте, профессор. В таких условиях я не только не могу, но не имею права работать. Поэтому я прекращаю свою деятельность, закрываю свою квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует. Но только одно условие. Как угодно. Что угодно. Когда угодно. Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Я для них умер. Передайте трубку Швондеру. Будьте любезны, сейчас с вами будут говорить. Да, я слушаю. Председатель домкома Швондер. Так. Так мы же действовали по правилам. Так. У профессора и так исключительное положение. Мы знаем об его работах. Целых 5 комнат хотели оставить. Это какой-то позор. Если бы сейчас была дискуссия, я доказал бы Петру Александровичу... Виноват. Вы сию минуту хотите открыть дискуссию? Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома... Заведующая? Заведующая. Предлагаю вам взять несколько журналов. В пользу детей Германии. По полтиннику штука. Не возьму. Ну почему вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А, полтинника жалко. Нет. Так почему же? Не хочу. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат? Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позволите, господа? Доктор Барминдаль, оставьте икру в покое, умоляю вас. И послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Новоблагословенная? Бог с вами, голубчик. Дарья Петровна сама отлично готовит водку. Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что новая очень приличная. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все, что угодно. И я того же мнения. О, а теперь, Иван Иванович, мгновенно вот эту штучку. Если вы мне скажете, это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь.
это плохо? Плохо? Ответьте, уважаемый доктор. Это бесподобно. Еще бы. Заметьте, Иван Анатольевич, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На, получай. Пса в столовой прикармливаете? Потом его отсюда калачом не выманишь. Ничего. Бедняга наголодался. Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть надо уметь. А представьте себе, большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как и что при этом говорить. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. Мало этого, пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит и угнетенное состояние духа. Да. Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже. Зинуш, что это значит? Опять общее собрание сделай. Опять? Ну, теперь сал пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее. Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Они теперь резко изменились. Голубчик, я уж не говорю о паровом отоплении. Пусть, раз социальная революция... Не надо топить. Но я спрашиваю, почему это? Когда это началось, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице. Вот это да. И почему это нужно, чтобы до сих пор еще запирать калоши и приставлять к ним солдата, чтобы их кто-либо не затащил? Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать. Первоклассный деляга. Почему убрали ковер с парадной лестницы? Что? Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд дома на Пречистенке нужно забить досками, а ходить кругом вокруг через черный вход? Кому это нужно? И почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу, а пачкает мрамор. Да у него ведь, Филипп Филиппович, вовсе нет калош. Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 17-го года. Спрашивается, кто и попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Сахарозаводчик Полозов? Да ни в коем случае. Это сделали как раз вот эти самые пивуны. Да хотя они бы снимали их на лестнице. Какого черта убрали цветы из площадок? Почему электричество? Дай бог памяти, тухло в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет два раза в день. Разруха, Филипп Филиппович. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой. Ведьма, которая вышибла все стекла, потушила все лампы. Да ее вовсе не существует, доктор. Что вы подразумеваете под этим словом? А это вот что.
когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборную у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой Даша. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев. Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович. А ничего опасного. Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт знает что. Так вот я и говорю, никакой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность. Мерси. Я вам сегодня вечером не нужен, Филипп Филиппович? Нет, благодарю вас. Мы сегодня ничего делать не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, в большом Аида. А я давно не слышал. Помните дуэт? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ко второму акту поеду. Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. Я за разделение труда. Доктор, в большом пусть поют. Я буду оперировать, и очень хорошо, и никаких разрух. Но скоро у тебя бог заживет. Да, Иван Анатольевич, повнимательнее последите, как только подходящая смерть, тотчас со стола питательную жидкость и ко мне. Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патологоанатомы мне обещали. Угу. Профессор, это будет небывалый в мире эксперимент. Не сомневаюсь. Ну, а пока моего личного неврастенника понаблюдаем. Скоро ты нам понадобишься. Thank you.
Я красавец. Быть может, неизвестный собачий принц. Инкогнито. Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. Тут я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда, спрашивается? Нам это ни к чему. Да чего ж ты огненная, а? Ну, вон! Бессовестный. Поленом сейчас, чтобы не подсматривал. Я нарочно не убрала, Филипп Филиппович, чтобы вы полюбовались. Вы морду его потычьте в сову, чтобы он знал, как вещи портить. Зачем ты, свинья, сову разорвал, а? Мешала она тебе? Мешала? Я тебя спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил? Его нужно хоть раз хлыстом отодрать, а то он совсем избалуется. Вы посмотрите, что он с вашими калошами сделал, Филипп Филиппович. Не надо никого никогда драть. Запомни это раз и навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали? Господи, да он весь дом обожрал. Удивляюсь, как он не лопнет. Ну и пусть себе ест на здоровье. Доктор Барменталь не звонил? Убийства не было? Нет. Сову сегодня же отправить чученьку. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай. Съезди к Мюру и купи хороший ошейник. Но... Чем тебе профессор Мечников помешал, хулиган? В сердце? Отлично. Сейчас же везите. Сейчас же. Зина, Дарья Петровна к телефону записывать. Никого не принимать. Переодевайся, ты мне нужна. Убитый Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост, беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан. Первый раз благодаря недостатку улик. Второй раз спасло происхождение. В третий раз условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия, игра на балалайке по трактирам. Печень расширена, алкоголь. Причина смерти, удар ножом в сердце, пивной стоп-сигнал. Пойдем, Сан. Пойдем, Шарик. Пойдем. Вот. Пойдем. Ну, куда же ты? Ну, Шарик. Шарик. Ну, пойдем, не бойся. Сними ошейник. Только не волнуй его. Доктор, скорее эфир.
Можно мне уйти, Филипп Филиппович? Можешь. Ну, доктор, на все про все у нас 9,5 минут. С Богом, нож. Ножницы. Железо давайте. Шейте, доктор, мгновенно кожу. Вам нет равных в Европе, ей-богу, профессор. Перестаньте, переворачивайте ее. Быстрее. Трепан. Пульс резко падает. Колите. Сердце? Что вы спрашиваете? Он же 5 раз бы у вас умер. Колите. Живет, но еле-еле. Хватит рассуждать. Живет, не живет. Гипофиз давайте. Минут. Умер, конечно. Где видный пульс? Шейте. Дина! Свежее белье и ванну. А? Черт возьми, смотри, живой. Но все равно и сдохнет. Жаль, пса хороший был, ласковый. Хотя и хитрый. Значит, Тимофеева, вы желаете отвездить свою двойню? Да мне бы имена им дать. Ну что ж, я предлагаю такие имена. Баррикада, Бебелина, Пестелина. Нет, 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 нет. Лучше назовем их просто. Клара и Роза. В честь Клары Цеткина и Розы Люксембург, товарищи. Победа настала кругом. О, крики суровые слезы, пробитым боя кругом. Знакомьтесь, коллега. Профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор Московского ветеринарно-показательного института Николай Николаевич Персиков. Здравствуйте. Прошу.
Начинайте, доктор. Я просто теряюсь. Ей-богу, сойти с ума. Начинайте, начинайте. 23 декабря произведена первая в Европе операция по методу профессора Преображенского. Под хлороформенным наркозом удалены семенные железы и гипофиз собаки, и вместо них пересажены железы и гипофиз, взятые от скончавшегося мужчины. Показания к операции. Постановка опыта для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза и о его влиянии на омоложение. Оперировал профессор Преображенский, ассистировал доктор Барменталь. Интересно. Ну и что? Да, и каковы результаты? Результаты поразительны. Обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Лай вместо слова гау-гау напоминает стон и отдаленно похож на звуки а и ы. Но главное – это вытягивание конечностей и замена когтей ногтями. Прошу, доктор. Прошу, господа. Странно. Симптомы появились на четвертый день после операции. Ногти растут прямо на глазах. Я наблюдаю это уже 2 дня. Поздравляю вас, коллега. Герой Уэллса по сравнению с вами просто вздор. А я-то думал, что все это сказка. Что вы толкуете об Уэллсе, о мелких вещах, коллега? Вы сделали неслыханное. Переворот в медицине. Триумф! Я очень рад. Однако, коллеги, какой мы поставим диагноз? Случай не описан в литературе. Я затрудняюсь. Никто такого еще не видел. Наблюдаю. Дайте ему селедки. Изменение вкуса произошло вчера. Говорят, здесь марсиане поселились. Какие к черту марсиане? Вот, черным по белому от 7 января. Слухи о марсианах в Обуховом переулке распущены торговцами Сухаревки. Они бы устроены как? Понятно? Так чего вы здесь торчите? Когда я публикую эту работу, я отмечу, что без вас я не справился бы. Ой, это не важно. А впрочем, спасибо. Наведи его! Профессор, он встал на ноги! Однако, как он набирает вес? 25 килограммов? Да жрет же двое больше, чем прежде. Абр! Включите фонограф. Абр! 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 О, это абр, феноменально! Абр! 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 Может быть, он есть хочет? Абр! Абр! Принесите, пожалуйста. Абр-валк! Абр-валк! Профессор, абр-валк, на наших глазах происходит абр-валк, чудо! Абр-валк! А вы знаете, что абр-валк, такое абр-валк? Абр-валк! Абр-валк! Это абр-валк, абр-валк, главрыба, абр-валк, коллега, абр-валк, только наоборот. Абр-валк. Главрыба. Абр-валк, 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 абр, 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 абр. Доктор, дешатерный спирт. Профессор, у него отвалился хвост. Быть может, на долгие века запомнит человечество это наследие, доставшееся науке от эпохи военного коммунизма. Пусть из этих, живущих отдельной жизнью желез, будут созданы особые рабочие станки, специальные фабрики по омоложению и исправлению живых людей. Я вот тоже про Галлы и Фрона читал. Вот он прочел.
Читаешь, читаешь. Слова легкие. Вячеслав, Богуслав. И убей бог, не помню, какой кто. Книжку закроешь, все вылетело. Помню, помню одно. Мандриан. Какой, думаю, Мандриан? Нет там никакого Мандриана. Там с левой стороны два Бронецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мандриан. А у меня Мандриан. Нет, нет, нет. Приема не будет. Не могу. Черт тебе что. 82 звонка, словно с ума сошли. Иван Иванович, я прошу вас. Извините, я корреспондент «Вечерней газеты». Извините, спасибо. Простите, доктор, но... Я прошу извинения, но сегодня приема не будет. Профессор каждому сообщит о времени приема. Извините, но сегодня никак нельзя. Извините, пожалуйста. Примус! Признание Америки! Москва-Швея! Примус! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Москва-Швея! Москва-Швея! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Буржуи! Не толкайся, подлец! Слезай с подножки! Я тебе покажу твою мать! Перестань. Примус! Признание Америки! Москва-Швея! 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 Примус! Пивная! Я должен признать свою ошибку. Еще парочку! Перемены гипофиза дают не омоложение, а полное очеловечивание. От этого ваше изумительное, потрясающее открытие не становится меньше. Москва-Швея, я тебе покажу твою мать. Москва-Швея. Москва-Швея. Да-да, дорогой доктор, Москва-Швея. Примус. Я вас прошу, Иван Иванович, купить ему штаны и пиджак. Удивительное явление. Недавно в Обуховском переулке родился ребенок, который играет на скрипке. Только с помощью современных средств медицины он смог появиться на свет. На нашем снимке профессор Ф.Ф. Преображенский, делавший кесарево сечение матери. Кесарево. Ну, кесарево. Так это ж доктор Барменталь. А ну... Истинно вам говорю. 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Ой, это точно, ой, говорю. Господи. Точно. Держите его! Держите его! Надевайте штаны. Сейчас. В очередь, сукины дети, в очередь. Дайте ему селедку. В очередь. Сейчас. Дай папиросочку. У тебя брюки в полосочку. Не плюй на пол. Отлезь, гнида. Если ты позволишь еще раз обругать меня или доктора, тебе влетит. Он понимает. Филипп Филиппович, он понимает. С каждым днем в нем просыпается сознание. Профессор, шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность. Вы думаете? Что с вами, Филипп Филиппович? Такой кабак мы с вами наделали с этим гипофизом, что прямо хоть из квартиры беги. Я вас очень прошу, дорогой Иван Иванович, переезжайте ко мне на время, а то я с ним не справлюсь. Профессор.
Пошли, товарищи. Профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза разъяснена. Она определяет человеческий облик. Новая область открывается науки. Без реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы творец! По строению тела человек совершенный. Вес 3 пуда. Рост маленький. Ест человеческую пищу. Начал курить. Играет на музыкальных инструментах. Прошу вас. Ценная, если дашь чего, будешь целая. Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. Филипп Филиппович, что с вами? Филипп Филиппович. Профессор. Несчастье-то какое-то. Пульс, пульс проверьте. Наштырный спирт. Откройте окна! Откройте окна! Он еще танцует. Танцует.
Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. 7 комнат, каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Швондер. Скажи ему, что уже 5 часов, чтоб прекратил. Да. И позови его сюда, пожалуйста. Я, кажется, 2 раза уже просил не спать на палатах в кухне, тем более днем. Воздух в кухне приятнее. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила? Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Чего, я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий. Все в лаковых. Спанье на палатях отменяется. Понятно? Там женщины. Ну уж и женщины, подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга офорсу, как у комиссарши. Это вся Зинка ябедничает. Не сметь Зину называть Зинкой. Понятно? Понятно, я спрашиваю? Понятно. Значит так, окурки не бросать, не плевать. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Кто сказал пациенту, пес его знает? Что вы в самом деле? В кабаке, что ли? Что-то вы меня больно утесняете, папаша. Что? Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? Называйте меня по имени отчеству. Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как в трамвае. Чего вы мне жить не даете? И насчет папаши. Это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? Хорошенькое дело. Ухватили животную. Исполосовали ножиком голову. А теперь гнушаются. А я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить. Вы изволите быть недовольны, что вас превратили в человека? Может быть, вы предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка. Я, может, свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножиком, вы что на это выразите, товарищ? Филипп Филиппович, я вам не товарищ. А, уж конечно. Как же. Какие уж мы вам товарищи. Где уж. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Пальцами блох лови, пальцами. Не понимаю, откуда вы их только берете? Да что ж, развожу их, что ли? Видно, блохи меня любят. Но нету время рыдать, рыдать, когда сменим мы стремя на сталь. На все вопросы
Документ, Филипп Филиппович, мне надо. Документ? Черт. А может быть, это как-нибудь... Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком. Ну, при чем тут домком? Как это при чем? Встречают, спрашивают. Когда же ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься? Воображаю, что вы им наговорили. Ведь я запрещал вам шляться по лестницам. Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Как это так, шляться? Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный домком? Вы его напрасно прелестным ругаете. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно чьи. Трудового элемента. Вы что же, труженик? Да уж известно, не Непман. Ну что же ему нужно в защите ваших революционных интересов? Известно что. Прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это раз. А самое главное, учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Но позвольте узнать, как же я вас пропишу? У вас же нет ни имени, ни фамилии. Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш. И как же вам угодно именоваться? Полиграф, полиграф. Ну ладно, не валяйте дурака, я с вами серьезно разговариваю. Что-то не пойму я. Мне по матушке нельзя, плевать нельзя. А от вас только и слышу. Дурак, дурак. Видно, только профессорам разрешается ругаться в ресифисере, а? Извините, мне ваше имя показалось странным. Где вы только откопали такое? Домком посоветовал. По календарю искали. Какие тебе говорят? Я и выбрал. Зина, и смотровой календарь, пожалуйста. Ни в каком календаре ничего подобного быть не может. Довольно удивительно. Когда у вас смотровой висит? Пожалуйста. Ну и где? Да вот. 4 марта празднуется. Да, действительно. В печку его. Сейчас же. Ну, а фамилию позвольте узнать. Фамилию? Я согласен наследственную принять. А именно? Шариков. Ну и что там писать? Ну что ж, дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так. Предъявитель сего. Действительно, Шариков Полиграф Полиграфович. Зародившийся, мол, в вашей квартире. О, черт, глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился. А просто, ну, одним словом... Это ваше дело, зародился или нет. В общем и целом, вы ведь делали опыт, профессор. Вы создали гражданина Шарикова.
И очень просто. Я бы вас очень просил не вмешиваться в разговор. И вы напрасно говорите, очень просто. Это очень непросто. Как же мне не вмешиваться? Простите, профессор. Гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении собственной участи. Ну, хорошо. Предъявитель всего. Человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах. Черт, я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись профессор Преображенский. Довольно странно, профессор, как это вы документы называете идиотскими. Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милиции. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали. Вы анархист-индивидуалист? Мне белый билет полагается. Ну, хорошо. Неважно пока. Факт в том, что мы бумагу профессора отправим в милицию, а вам выдадим документ. Скажите, нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен купить ее. Извините, профессор, нет. И не предвидится. Клянусь вам, доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14. Я сколько раз приказывал, чтобы котов не было. Где он? Да здесь он, окаянный черт в ванной. Иван Аронович, успокойте пациента, пожалуйста. Открыть сию минуту. Здесь кот. Сию же минуту извольте выйти отсюда. Зачем вы заперли? Какого черта я не слышу? Закройте воду. Да закройте же воду. Закрой воду, дурак. Я не понимаю, что он сделал? Вот он. Вы с ума сошли? Почему вы не выходите? Защелкнулся я. Ну откройте замок. Замков никогда не видели. Да не открывается, окаянный. Там пупочка такая есть. Там пупочка есть. Нажмите ее внизу. Вниз надо. Вниз нажимайте, вниз. Лица не видно. Лампу зажгите. Он взвесит. Собака. Да котяра проклятый лампу раскокал, а я стал под лица за ноги хватать. Кран вывернул, а теперь найти не могу. Господи Иисусе, помилуй нас грешных. Что вам надо? Сапскова я. Пленница. Пришла собачку говорящую посмотреть. Прошу вас. Она Сапскова. Прошу, прошу. Дарья Петровна, я ж просил вас. Ну, Филипп Филиппович, ну они целый день ходят и ходят. Скорее, Федор. Сейчас лапу возьму. Федор, Федор, скорее. Иду, иду. Федор, ну что там? Филипп Филиппович, надо открывать. Пусть разойдется, отсосем из кухни. Открывай! Ой, господи! Еле заткнул. Напор большой. Где он? Там. Боится выходить. Бить будете, папаша. Фу, идиот. Ты что это, леший, ее по всей квартире гоняешь? Набирай его в миску. Да что в миску? Она в парадное вылезет. О, дурак. Ну, дурак.
Сегодня приема не будет, у нас несчастье. Труба лопнула. Нет, нет, сегодня никак не получится. Сегодня никак не... Зина, Зина, отсюда вытирать, она же сейчас на парадной потечет. Ну что же вы, а? Хорошо, ладно. Нет, сегодня никак не получится. Нет, нет, завтра, в другой день. Иван Иванович, идите в спальню, я вам туфли дам. Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки. О, Господи. Оденьте галоши. Да все равно уже ноги мокрые. Ах ты, боже мой. Да чего вредное животное? Это кого вы имеете в виду, позвольте вас спросить? Кота я имею в виду, такая сволочь. Я не видел более наглого существа, чем вы. И когда вы кончите гоняться за котами, дикарь. Какое дикарь? Ничего не дикарь. Его в квартире терпеть невозможно. Фарш лопал ударье. Я его поучить хотел. Вас самого надо поучить. Вы хоть раз смотрели на свою физиономию в зеркало? Чуть глаза не лишил. Филипп, вот Филипп, сука, а? Я извиняюсь, уж прямо совестно. Только за стекло в 7-й квартире. Гражданин Шариков камнями швырялся. Что, в кота? Тот, что в хозяина. Кухарку ихнюю Шариков, значит, обнял. Тот гнать стал. Ну, повздорили. Сколько я должен? 1,5. Еще за такого мерзавца 1,5 целковых платить. Да он сам! Не сметь! Не волнуйтесь, Филипп Филиппович. Вы что, в кабаке, что ли? Прекратите эти выходки! Вот так. Вот это так. Да по уху бы еще. Ну что ты, Федор? Помилуй, Филипп Филиппович, вас жалко. Дух императора, скажи, долго ли продержатся у власти большевики? Тише, господа, это интересно. Нет, 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 нет. Извольте заложить салфетку. Ну что, ей-богу? Я не позволю вам есть, пока вы не заложите салфетку. Зина, примите у Шарикова тарелку. Как это так? Примите. И вилкой, пожалуйста. Благодарю вас, доктор. А то уж мне надоело делать замечания. Я водочки выпью. А не будет вам? Вам жалко? Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль. Тем более она не моя, а Филипп Филипповича. Но это вредно, это раз. А второй, вы и без водки ведете себя неприлично. И так надо наливать. Сначала предложить Филиппу Филипповичу, затем мне, а уж в заключение себе. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучите сами себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему, позвольте осведомиться? Желаю, чтобы все. И вам того же. Стаж. Ничего уж тут не поделаешь. Клим Чугункин. Вы полагаете, Филипп Филиппович? Ничего и полагать. И так все ясно. Я еще водочки выпью. Ну-с, что мы с вами предпримем сегодня вечером? В цирк пойдем. Лучше всего. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил. В театр я не пойду. Ика не за столом, у других отбивает аппетит. А почему, собственно, вам не нравится театр?
Да дурака валянье. Разговаривает, разговаривает. Контрреволюция одна. Вы бы почитали что-нибудь, а то знаете ли... Уж и так, читаю, читаю. Зина, убирай, детка, водку. Так что же вы читаете? Робинзона Круза? Эту, как ее? Переписку Энгельса с этим... Как его дьявола? Скаутским. Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Да не согласен я. Что, с Энгельсом или скаутским? С обоими. Это замечательно, клянусь Богом. Да, и что вы можете с своей стороны предложить? Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Так я и думал. Именно это я и полагал. А вы и способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. А то что ж... Один в 7 комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой по помойкам шляется, питание ищет. Насчет 7 комнат, это вы, конечно, на меня намекаете. Ну что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким мы вчера отказали? 39 человекам. Так, 390 рублей. С ваш шариков 130, потрудитесь внести. Хорошенькое дело, это за что такое? За краны, за кота! Филипп Филиппович. За безобразие, которое вы учинили. И благодаря которому сорвали прием. Человек как первобытный бегает по всему дому и срывает краны. Кто убил кошку мадам Полосухер? Кто? Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице. Да она меня по морде хлопнула. У меня и казенная морда. Потому что вы ее за грудь ущипнули. Вы стоите. Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. А сами в то же время наглотались зубного порошку. Третьего дня. Зарубите себе на носу. Что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? У вас все негодяи. Ну что ж, ну швондер дал, чтоб я развивался. Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского. Зина! 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 Там приемный. Она приемный? В приемной. Зеленая, как купорос. Да, зеленая книжка. Ну, сейчас полить. Она ж казенная, с библиотеки. Переписка называется. Энгельса с этим чертом. В печку ее. Я бы этого швондера повесил, честное слово. На первом суку. Сидит эта изумительная трянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет бессмысленные пасквили в газетах, да еще... Доктор, ради бога, съезди с ним в цирк. Только посмотрите, в программе котов нету. И как такую сволочь в цирк допускает? Ну? Ну, мало ли кого туда допускают. Что там у них? Слоны и предел человеческой ловкости. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? Что же, я не понимаю, что ли? Кот другое дело. Слоны животные полезные. Ну и очень хорошо. Поезжайте и посмотрите на них. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пиво Шарикову не предлагать. Уважаемая публика, честь имею представить вам знаменитую прорицательницу мадемуазель Жанну
из Парижа и Сицилии. Мадемуазель угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно и семейные тайны. Загадочное лицо, дура. Мадемуазель Жанна! Однако не следует думать, что здесь какое-то колдовство или чудо. Ничего подобного, ибо чудес не бывает, как это доказал наш профессор Преображенский. Все построено на силах природы с разрешением месткома и культпросвет комиссии и представляет собой виталопатию на основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом. Прошу вопросы, товарищи. Какое самое главное событие в моей жизни? Впереди. Самое главное событие вашей жизни у вас впереди. Ей-богу, решусь. Черт. Барменталь! Барменталь! Нет уж, вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте. Ну и меня называй по имени и отчеству. Нет, по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если угодно, я и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков. Я не господин. Господа все в Париже. О, Швондерова работа. Хорошо. Я сегодня же помещаю в газетах объявление, и, поверьте, я найду вам комнату. Ну да, такой дурак я. Чтобы съехал отсюда. Как? Ну, знаете, вы не нахальничайте, мсье Шариков. Вот, член жилищного товарищества, и мне определенно полагается жилплощадь у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин. Благоволите. Нет, я этого Швондера в конце концов застрелю. Филипп Филиппович, форзихт. Какая тут к черту осторожность? Имейте в виду,
Если вы еще раз позволите себе эту подобную наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин. Это прелестно, но ведь я не обязан вас кормить по этой лягушечьей бумаге. Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться? Так вот и ведите себя прилично. Что случилось? О, иди, твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами. Кто они такие? Они хорошие. Они будут у меня ночевать. Иван Иванович, позвоните в 45-е отделение милиции, будьте добры. Вон отсюда. Брументалин самого надо сдать в 45-е отделение милиции. Он у тебя без прописки живет. Кто украл 2 червонца? Я не брал. А кто же? Кто кроме вас? Я не один в доме живу. Может, Зинка взяла? Я? Не беспокойся, Зинуш. Ману его. Филипп Филиппович. Я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня на кафедре. Поверьте мне, для меня вы гораздо больше, чем профессор, учитель. Спасибо вам. Голубчик, я иногда ору на вас на операциях. Вы уж простите мне мою старческую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок. Цивильные гренады. Филипп Филиппович, я, конечно, не могу давать вам советы, но посмотрите на себя. Вы совсем замучились. И так нельзя же больше работать. Абсолютно невозможно. Вот. По моему глубокому убеждению, другого выхода нет, как покончить с ним. Не-не-не, и не соблазняйте, и не говорите, и слушать не буду. Вы же понимаете, что получится, если нас накроют? Нам с вами, принимая во внимание происхождение, отъехать в Париж не придется, несмотря на нашу первую судимость. У вас же нет подходящего происхождения. Какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильно. Ну, это же вот. Это же дурная наследственность. Пакостнее придумать себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец кафедральный протерей, мать от семьи до гренады, в тихом сумке. Черт знает, что такое. Филипп Филиппович, вы величина мирового значения. Из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына? Да разве они смогут вас тронуть? Помилуйте. Тем более не пойду на это. Да почему? Но вы-то не величина мирового значения.
Ну, где уж. Ну, так вот. А бросить коллегу в случае катастрофы, а самого выехать на мировом значении, это извините. Я московский студент, а не Шариков. Значит, теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека? Иван Анатольевич, скажите, я понимаю что-нибудь в анатомии и физиологии? Филипп Филиппович, ну что вы спрашиваете? Ну так вот, будущий профессор Борменталь, сделать из него человека никому не удастся. И не спрашивайте. Я 5 лет выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую колоссальную работу проделал? Уму непостижимо. И спрашивается, зачем? Чтобы один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом. Исключительное что-то. Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что происходит, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопросы и приоткрывает завесу. Вот тогда нате вам Шарикова, ешьте его с кашей. Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы? А на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста. Зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба может его родить когда угодно? Филипп Филиппович... Нет, не ведь... спорьте, пожалуйста. Не возражайте, Иван Ильич. Теоретически это интересно. Физиологи будут в восторге, Москва беснуется. Ну, а практически что? Кто теперь перед нами? Кто? Исключительный прохвост. Но кто он? Клим. Клим Чугункин. 2 судимости. Алкоголизм. Все поделить? Хам и свинья. Да. Я заботился совсем о другом. Об Евгенике. Об улучшении человеческой природы. А что получил? Неужели вы думаете, что я из-за денег занимаюсь этим омоложением? Я же все-таки ученый. Вы великий ученый, вот что. Да, вот, доктор. Передо мной тупая безнадежность. Тогда вот что, дорогой учитель. Если вы не желаете, тогда я на свой риск накормлю его мышьяком. Наплевать, что папа судебный следователь. Не-не, ни в коем случае. Я не позволю вам этого. Мне 60, я имею право вам советовать. На преступление не идите никогда. Против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот швондер, что же из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из нашего Шарика. А, теперь поняли? А я это понял через 10 дней после операции. Так вот этот швондер и есть самый главный дурак. Он сейчас всячески старается натравить его на меня, не понимая, однако, что если кто-нибудь в свою очередь натравить Шарикова на самого швондера, то от него останутся только рожки да ножки. Еще бы. Одни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем. Нет, 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 не клевещите на пса. Коты это временно, уверяю вас. Ужас заключается в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которое существует в природе. Я убью его. Что там такое? Мама, помогите! Что ж ты делаешь, паразит? Мама, полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Ну, я-то замужем была, мне все равно, а Зина, невинная девушка. Хорошо, что я проснулась. Дарья Петровна, извините, пожалуйста. Дарья, дело молодое. Что вы, доктор, я запрещаю. Доктор! Вы имеете право. Ничего. Ладно, ладно. Подождем до утра. Пролетарь, пусти куда? Я сам пойду. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится. Филиппович, ну скажи ему. Учти, Егоровна, если будешь жечь паркет в печке, всех выселю. Все.
Слушаю вас. Простите, вы не знаете, где сейчас находится гражданин Шайтов? Трухин, где исходящий? Что, его нет дома? Исчез. Почему я осел не запер дверь на ключ? Ищите его сами. Что ему, сторож? Тем более, что Шариков ваш прохвост. Вчера он взял в домкоме 7 рублей на покупку учебников. Собака. Воображаю, что будет твориться на улице. Воображаю. А он у меня еще 3 рябиновых водки украл и 3,50 занял. Так вам и надо. Ведь знали, кто он такой? Знали, знали. Не надо было собак приводить в дом с улицы. Надо срочно в милицию заявить. Я, Филипп Филиппович, на должность поступил. Бумагу дайте. Предъявитель сего товарищ Шариков, полиграф Полиграфович, действительно стоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочее. В отделе МКХ. Кто же вас устроил? А, впрочем, я догадываюсь. Ну да. Швондер. Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности. Вчера котов душили. Ничего не позволит Дурнову, Филипп Ильич, не беспокойтесь. Зина! Дарья Петровна! Ну, повторяйте. Извините, но уважаемая Дарья Петровна и Зинаида, как ваше отчество? Прокофьевна. Прокофьевна, за мою выходку ночью в состоянии опьянения. Никогда этого не будет. Не будет, не будет. Отпустите вы его, вы его задушите. Отпустите его, Иван Арнольдович. Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича. Да? А куда же мне еще? Отлично. Чтобы быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь дело со мной. Понятно? Понятно. Послушайте, что же вы делаете с этими убитыми котами? На польты пойдут. Из них белок делать будут. На рабочий кредит. Thank you.
Заходи. Ну, смелее. Ну, чего ты стоишь? Заходи смелее. Раздевайся. Позвольте узнать. Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барменталя надо выселить из приемной. У него своя квартира есть. Прошу вас на минуточку ко мне в кабинет. И я пойду. Извините. Профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь. Я не хочу. Нет, простите. Он говорил, что ранен в боях. Лжет. Мне вас искренне жаль. Но нельзя же так. С первым встречным. Только из-за служебного положения. Детка, это же безобразие. Столовки солонина каждый день. Угрожал, говорил, что красный командир. Говорил, будешь жить со мной в роскошной квартире. Каждый день ананас. Психика у меня говорит, добрые. Я только котов ненавижу. Кольцо взял на память. Я отравлюсь. Ну-ну-ну-ну. Надо перетерпеть. Вы еще так молоды. Шариков! Отчего это у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме? Я на колчаковских фронтах ранен. Перестаньте. Погодите. Колечко позвольте. Ну ладно. Попомнишь ты у меня. Я тебе завтра устрою сокращение штатов. Не бойтесь его, я ему не позволю ничего сделать. Как ее фамилия? Фамилия! Васнецова. Ежедневно сам лично буду справляться в очистке. Не сократили ли гражданку Васнецову? Если только узнаю, что сократили, я вас собственными руками пристрелю! У самих револьверы найдутся. Берегитесь! Держи. Как ты знаешь, полиграфочка, я не прячется. Я их сердцем чую. Садись. Давай, поехали. Смотри, не упусти.
У вас боли, голубчик, возобновились? Нет, профессор. Я вам очень признателен. Я к вам по другому делу, Филипп Филиппович. А также угрожаю убить председателя домкома товарища Швондера. Из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса, приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер. Секретарь Пеструхин. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Вы позволите оставить это мне у себя? Или, может, вы виноват, хотите, чтобы дать законный ход делу? Извините, профессор. Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... Извините, голубчик, извините. Я не хотел вас обидеть. Не сердитесь. Он меня так задергал. Завтра утром подашь. Здравия желаю, полиграф, полиграф. Обед в столовую подашь. Шариков, зайдите в кабинет. Ну? Сейчас заберите вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно. И вон из квартиры. Как это так? Вон из квартиры сегодня. Да что такое в самом деле? Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 першинах здесь сижу и буду сидеть! Убирайтесь из квартиры! Ва! Не лезь, Барменталь! Доктор, возьми! Доктор, что вы? Ключ от парадной. Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры. Это нет недоверия к вам. Просто кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете. Нам нельзя мешать. Мы заняты. Это не от недоверия к нам. Они заняты. Им мешать не надо.
Где начальник очистки? А ты кто? Я председатель домкома Швондер. А хрен его знает, где твой начальник очистки. Сами его третий день ждем. Так. Милиция и следователь. Благоволите открыть. Где комната профессора? Что вам угодно, господа? У нас есть ордер на обыск и арест. В зависимости от результатов. А по какому обвинению, позвольте вас спросить, и кого? По обвинению профессора Преображенского, Барментали, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа Полиграфовича Шарикова. Ничего не понимаю. Какого Шарикова? Моего пса, которого я оперировал? Не пса. А когда он уже был человеком, вот в чем дело. А, то есть он говорил. Но это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и его решить никто не убивал. Тогда вам придется его предъявить. Десятый день как пропал, а данные, извините, очень нехорошие. Доктор Барменталь, благоволите предъявить Шарика следователю. Позвольте, как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Это он? Он самый. Только сволочь опять оброс. Он же говорил. Он и сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше. Так что пользуйтесь случаем. Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот видите, я попробовал, он заговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. Атавизм. Неприличными словами не врываться! Валериан, вы видели, он натравил собаку. А Швондера я собственноручно спущу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского. Прошу эти слова занести в протокол. Слышали? Прошу эти слова занести в протокол. Так свезло мне.
так свезло. Просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушки. Правда, голову все исполосовали зачем-то. Но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть.